эфире. Ну вот они будут не пошли. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Может, я могу вам пожаловаться немножко, да, немного болят, но это такая приятная боль, потому что я знаю конечный результат. Все танцы требуют времени, требуют сил. Обмозговать надо это все, запомнить, как надо переставлять ноги. Самое тяжелое, допустим, держать вот для меня спину, потому что если брать мое прошлое, гимнастику, то это совсем другое. Тебя что, так оценки расслабили? Не расслабляйся, конкуренты. Ужимай. Пять. Да, не успею. Ну хорошо, мы спим сегодня. Не, она пугает моя партнерша уже. Ну и что? У нас на паркете главное я. А учитель Ян. Раз, два, и стоечка. Да я особо и не хотел быть боссом. Мне никак такую роль для себя не представлял. Мне очень нравятся равноправные отношения, демократические. И иногда даже нравится, когда пускай она покомандует. Или пускай думает, что командует. Может быть, так даже. Я шея. А если шея куда повернется, то потом повернется и голова след. Шоу открывают лидеры первого конкурсного дня. Светлана Хоркина и Ян Гальтери. Квикстеп. Bahama, Bahama Mama. Got a big house in town, Bahama Mama. Bahama, Bahama Mama. Got your travels getting done, Bahama Mama. She has six daughters and a lot of that is married yet. And she's looking high and low. And none of them they ever had to get. So if you love some gold and more, Bahama, Bahama Mama. Got a biggest house in town, Bahama Mama. Bahama, Bahama Mama. Got your troubles getting down, Bahama Mama. You'll see your daughter treating you to чувствуется, что у тебя замечательное настроение, собственно, как ему не быть. Первое выступление и сразу первое место. Это заявка? Ну, это заявка. А не страшно вот так с него так, с этого, ну, на второе? Не или впервой. Не дай бог на три... Не впервой? Конечно. Не было такого? Было. Не было. Сколько золотых медалей? Быстро говори, не задумывайся. 200. 200. Верю. Твой шпагат забыть до сих пор не могу. То есть ты умеешь как выигрывать, так и проигрывать. Надо вначале научиться проигрывать, потом выигрывать. Вам самим понравился квикстеп? Ну, в принципе, неплохой танец. Но... А в вашем исполнении? Мне понравилось. Я выполнила поставленную задачу. Но для меня ближе ча-ча-ча. Ян, какая была задача поставлена Светлане? Задача была, чтобы она ритмически все исполнила чисто. И спину держала, в конце концов. Держала спину? Держала шикарно. Так, я думаю, что самое время спросить об этом у Станислава. Как спина? Техника спины была удивительно хороша. Великолепные четвертные повороты. Все было совместно с Яном. В конце тот элемент, который исполнила Светлана, завершив его шпагатом, они могли бы исполнить вместе с Яном. Я обещаю вам джайверс, Николай Григорьевич. Коля, как ты думаешь, эта пара смогла придать суть квикстепа? Абсолютно. Когда они вышли на паркет, сначала я даже стал волноваться за Свету, потому что у нее тряслась рука.
Я подумал, как такая... Это мышцы! Нет, я подумал даже, как такая великая спортсменка может нервничать. Какой-то квикстеп по сравнению с тем, что она делала. Когда уже я увидел, что вот где-то в середине танца ты стала получать удовольствие от того, что ты делаешь, конечно, мне стало приятно на тебя смотреть. Коля, ты знаешь, не сразу все удовольствие, чуть позже. Конечно. Я-то знаю, особенно в квикстепе. Ну что же, дорогие мои, в оранжерею Юрию Николаеву. В следующей программе мы узнаем, что делают дома с лавровыми венками чемпионки. Светочка, Ян, ну, добро пожаловать в нашу компанию. Какие ощущения, Свет? Легкость, удовольствие, счастье. Все получилось? Ой, ну не мне судить, но мне кажется, я выполнила, да, все, что от меня требовалось. Вот как ты считаешь, вот ты сейчас выступила лучше или хуже, чем в первый раз? Но всегда второй раз сложнее, но мне кажется, я очень хорошо станцевала. По крайней мере, я довольна. Оценка жюри, пожалуйста. Станислав Попов. 8. Алла Сигалова. 7. Владимир Андрюкин. 7. Николай Цискорицын. 8. Сумма баллов 30. Ну что ж, по-моему, совсем неплохо. Мои любимые цифры, и я рада их получать. 8 бесконечность, как я говорила, и 7 мои любимые числа. Ваши болельщики, ваши поклонники, они должны звонить по телефону. 8-803-33-50-11. Да, и, конечно, смс-сообщение по телефону 6060 с цифрой... 11.